типа хлопушка. Хлоп-хлоп. Привет, это опять Струнодер. И сегодня будем снимать серию про гитару Music Man Axis Sport. Вот такая гитара. Надо закрыть дверь. Вот так. Значит, гитара Music Man Axis Sport Ernie Ball. Вот она. Значит, ручки. Ну да, как-то она звучит. Значит, гитару на самом деле я держу в руках первый раз. У меня там было пару знакомств с мюзикменами. Ну вот, данный конкретный экземпляр вот сейчас буду знакомиться в прямом эфире, что называется. Такс. Music Man, Ernie Ball, Axis Sports, Muddy in California, San Luis, чего-то там USA. Тут тоже Ernie Ball, Music Man, в общем, все американское. Есть батарейка. Батарейка, как мне объяснили знающие люди, это там стоит шумодав. Чего-то давит. Вот. Ну и все остальное более-менее понятно. Да, эти колки у нас локовые. Локовые колки. Вот. Ну и два P90-х датчика. В общем, на самом деле достаточно простая. Тут никаких особенных наворотов нет, но звучит она, ну, очень достойно, на мой взгляд. Сейчас вот мы попробуем что-нибудь. Аккорды бренчать замечательно. Такой упругие, хорошие, получаются собранные, при этом и мягкие, в общем, нет, здорово. В общем-то, вот, собственно говоря, все впечатления от Ernie Ball у меня всегда такие. Вот еще точки очень маленькие, как-то даже вот непривычно, что точки что здесь одинаковые. Вот, и гриф такой на ощущение достаточно толстый. Вот, и, но при этом, еще раз говорю, играть удобно, и, видимо, гриф толстый неспроста, тут, в общем, в нем, видимо, много чего специально заделано. Ну что, давайте попробуем что-нибудь еще побринчать. Высоковато над грифом стоят, ну, как есть, так. Чего, можно попробовать с драйвом, да, наверное, сейчас попробуем. Добавим немножко.
Почему-то всегда интересует, вот как у гитары звучат, не то, что на нее вот так ударил, да, а то, как происходит затухание и как звук себя ведет дальше, после того, как ударили вот этой вот штукой по струне. Вот, ну, видимо, с этим связано, что я там так долго вот могу там одну ноту играть. Ну, а во-вторых, я там не бог весь как какой техничный гитарист, мне всегда сложно там что-то поливать. Вот, поэтому, ну, вот играю как умею. Вот, ну и инструмент вообще оставляет такие впечатления, то есть видно, что он очень добротно и качественно сделан. И я думаю, что, ну, я даже не знаю, вот... Ой, сейчас мы все... Наверное, что-то фанковое в нем вот такое можно... Вот, ну сейчас мы попробуем под минус что-нибудь побренчать. Вот, сейчас посмотрим, все то же самое. Вот сейчас мы находим минус. Минус, иди сюда. Оп. Ну, и я думаю, что прежде всего, как бы для любителей такого благородного происхождения инструмента, вот, достойный весьма экземпляр. Потому как и американский, и Music Man. И, в общем, да и гитара хорошая. Так, минус мы сейчас... О, ну вот минус какой-то. Сейчас давайте попробуем. Ой. Oh, 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 oh
Значит, на сим можно, наверное, данный обзор закончить. А вообще вот аккорды мне очень нравятся, как звучат. Соединенные Штаты Америки, модель Axis Sport. Гитара в идеальном состоянии, гитара продается. Если кому-то в Питере, то Бога ради милости просим. На точке А1 она лежит, ее всегда можно посмотреть и потрогать руками. Спасибо, пока-пока. Чего? Что случилось там? Чего?